Всем добрый день, всем хорошего настроения. Сегодня очень хороший день, уже только потому, что не светит солнышко. Как и вчера, солнышко спряталось за тучки и дает нам возможность немножко подышать. Это я поливаю огурчики сегодня. Солнышка нету, поэтому днем прям поливаю. Заодно сейчас вам покажу, как цветет лен, как чувствует себя кукуруза и сорго, раз я уже здесь. Сегодня очень красивое небо. Очень. Солнышко не видно, как и вчера. Очень хорошо, более-менее комфортно. Вот начал цвести лен. Покажу вам, может, кто не видел, как цветет лен. Вот такие красивые цветочки, видите? Синие. Очень красивые нежные цветочки. Вот начинает цвести кукуруза. А сорго выросло, как кукуруза. Наверное, будут хорошие кисти. Сорго важные кисти. Ну, там, где, знаете, как веник посмотришь. Веник сделан из кистей сорго. Вот если бы дождик. Если бы. Вот сорго почти со мной в рост. Здесь земля лучше, здесь выше сорго, а там вот видите место, наверное, ему плохое местечко, там сорго низкое. Вот сейчас на обед пожарю кабачки, что-то я ошиблась в кабачках, садила цукини. А выросли простые кабачки. Но ничего, я и этим рада. Пусть не обижаются. Просто я садила цукини. И на пачечке было написано цукини. А получились не цукини. Вот выкопала два кустика картошки. Вот такая картошка на сегодняшний день. Картошка, конечно, плохая. Но я вижу, что если бы пошел дождик сегодня, завтра, в крайнем случае дня через три, она бы еще подросла. А если дождика не будет, картошечка начнет вянуть. Это самое страшное, что она начнет вянуть. Но я все-таки надеюсь, надеюсь, что будет дождик. Моя клумба в ужасном состоянии. Вот единственное, что расцвела, лилия. Но она выгорела. Она должна быть вот такая. Это свеженький цветочек лимонного цвета. Она выгорела и стала белая. Видите, колокольчики какие-то сами посеялись, цветут. Пообедала и вот дыньки залила. Хорошо так залила. Сейчас покажу вам, какие уже дыньки. Вот такие дыньки есть. Есть еще меньше, а есть и больше. Есть уже такие вот. Но в основном еще
небольшие. Что-то ветерок такой поднялся. Говорят, что после такой жары бывает и град, и бывают всякие другие неприятности. Не дай бог нам еще града. Ужас. Иду немножко передохнуть. Я сегодня много дел сделала. Уже вечер. Еще сегодня я собиралась малины нарвать, потому что я закрыла всего 4 полулитровые баночки. Это очень мало. Надо быстро шевелиться, потому что через недельку вишни надо будет закрывать. Такой сейчас период, что надо делать все очень быстренько, активненько, позитивненько, а то будет поздно. Дорогие друзья, все дела мы с вами сделали. Можно было бы и больше, но надо знать меру, я думаю. Завтра сделаем то, что не доделали. А сегодня я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого наилучшего. Здоровья вам, удачи в ваших делах. До свидания.